кушаю. Ага. В общем, удивило меня то, что сегодня я нахожусь на этой кухне, а не на диване, когда я смотрю дома мою любимую передачу кулинарную. Ну, конечно, разумеется, и «Мастер-шеф». Поэтому, что кулинарным экспертом была моя, так сказать, учительница, скажем так, ты был кулинарная, Елизавета Глинская. То есть это все было так вот как-то... Закрыл глаза, открываю — Лиза Глинская. Это очень приятно, что помогли мне устранить мою ошибку. Я буду дальше продолжать готовить и десерты, потому что я их уже не боюсь. Я буду как-то все эти тонкости, острые углы устранять и буду готовить. С любовью, Женечка Поливода.